Через банк оформили кредиты 593 человека на общую сумму 4 700 миллионов тенге. На сегодняшний день 38 заемщиков обратились за отсрочкой. Из них 8 заявителям одобрено. Отсрочку могут получить те, кто остались без работы и трудоустроены, испытывающие финансовые трудности в период ЧП. Для этого достаточно подать онлайн-заявку или обратиться с заявлением в отделение банка. Рассмотрение займет 10 рабочих дней. Всего существует 4 вида кредитных отсрочек. В первом случае равномерно распределяем. Вот то, что накопилось на период отсрочки основного долга и процентов, будет равномерно распределяться на каждый месяц до конца срока займа. Допустим, накопилось 200 тысяч тенге, эти 200 тысяч тенге на оставшийся срок распределится равномерно. Второй вариант – это предоставление, то есть единовременная оплата накопленной суммы основного долга и вознаграждения. То, что за 3 месяца накопилось, клиент оплачивает единовременно по окончанию предоставляемой отсрочки. Следующий вариант – клиент оплачивает накопленный основной долг и вознаграждение, которое сформировалось на период отсрочки, на конец срока займа. Либо четвертый вариант – клиенту предоставляется пролонгация сроком, равным сроку предоставляемой отсрочки. Получение отсрочки не влияет на кредитную историю, также не начисляется и пеня. Стоит отметить, что помимо этой программы также производятся отсрочки и на другие ипотечные займы и кредиты. Нурсултан Ибраев, Айгуль Уздекова, Ермек Махметов, Алмаз Адвокасов, Кокши, Акпарат.